Добрый день, дорогие коллеги, дорогие участники. Всех очень рады видеть. Подскажите, пожалуйста, слышно ли нас? Хотим проверить звук. Отлично. Очень радует. Вижу большое количество плюсиков. Хорошо, что много участников. Развиваем туры по России. Итак, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Демичева Татьяна, я являюсь менеджером отдела продаж туристской компании «Котлас Тур». Это туроператор крупнейший на юге Архангельской области, ведущий туроператор на юге Архангельской области. Можете посмотреть на слайде информацию о компании. Мы достаточно молодая компания, нам 7 лет. С 2012 года занимаемся приемом туристов на юге Архангельской области и в Великом Устюге. Имеем актуальные финансовые гарантии, принимаем не только физические лица, но и сборные, организованные группы, въездной туризм, иностранные группы. Имеем собственный центр подготовки туристских кадров, то есть у нас все сопровождающие квалифицированные, которые встречают группы. И также организуем автобусные туры из города Котласа, из города Архангельска по России. Так, запись обязательно будет, да, Юлия, запись будет обязательно. Также всю презентацию вы сможете скачать с сайта Profi Travel. И в конце предоставим всем вам контакты, будем открыты к общению, будут телефоны, будет e-mail, наш сайт, все будет указано. Итак, наверное, начнем. Сегодня мы будем подробно останавливаться о программах приема в Великом Устюге Вологодской области. Итак, начнем с программ. На данном слайде представлены гарантированные группы сборные для индивидуальных туристов, которые обращаются к вам и хотят съездить в город Великий Устюг. Предлагаем однодневные туры и двухдневные туры. Даты строгие, но все группы гарантированы, то есть состоятся при любом количестве человек. Добраться до нас в данный момент можно только наземным транспортом, то есть это железнодорожное сообщение. Из Москвы поезда условно написано 376-й, 34-й, из Санкт-Петербурга, с Уральской ветки все поезда у нас идут через Киров. И хочу заметить, что все поезда, которые вот мы перечислили, они прибывают в город Котлас до 10 утра. И, собственно, общая встреча группы в 10 утра, и далее начинаем наши программы. Хочу заметить, что в праздники достаточно часто РЖД ставит дополнительные поезда, так называемые, кто-то их называет чартерные, мы просто называем дополнительные поезда, которые именно работают очень удобно под наши программы, прибывают утром, отправляются от нас вечером, буквально со всех направлений, то есть не просто Москва, Котлас, Санкт-Петербург, Котлас, а был, например, поезд в прошлом году Саратов, Котлас, Воронеж, Котлас, то есть есть различные из Самары, из Екатеринбурга. Такие поезда мы тоже принимаем, конечно же, будем очень рады видеть туристов из всей России. Ну, что сказать, начнем подробнее про программы. Однодневная программа «В гости к зимнему волшебнику» включает в себя полностью целый день посещения вотчины Деда Мороза. То есть весь день посвящен сказке, красоте, интересным историям. То есть это будет интересно и детям, и родителям. Программа классическая, посещаем на вотчине практически все объекты, которые там есть. То есть у нас включены и путешествия по тропе сказок, и по терему Деда Мороза, и встреча непосредственно с самим зимним волшебником. Также мы включаем в программу интерактивные мероприятия, то есть они активные, не дадут вам замерзнуть даже, бывают у нас морозные зимы, но не дадут эти мероприятия вам замерзнуть. Обедаем также на вотчине, никуда не выезжаем, и обязательно свободное время. Встречаем мы по данным программам прямо на ЖД вокзале города Котлас. То есть вам не нужно самим туда добираться, мы вас встречаем, сопровождающая собирает всю группу,
И уже в течение пути едем мы до вотчины примерно 1 час 15 минут, уже настраивает вас на замечательное путешествие, на сказочный лад, то есть все будет рассказывать непосредственно уже даже по дороге. Так, вот она наша замечательная вотчина Деда Мороза. Она каждый год увеличивается, строятся новые объекты. Посетить мы можем там все. То есть начинаем со входа, сразу нас встречают сказочные персонажи, и мы идем на путешествие по тропе сказок. Это путешествие интересно и детям, и взрослым, построено под любую аудиторию. Далее проходим в терем Деда Мороза и смотрим все его комнаты, и его гардеробную, и его рабочий кабинет, и, конечно же, встречаемся в тронном зале с зимним волшебником. В новогодние праздники, начиная с 25 декабря, ежедневно на главной сцене вотчины Деда Мороза происходит театрализованное представление. На этом мы также оставляем время, все туристы его смотрят. С детьми проводится интерактивная программа во время этого представления. Вот, различные флешмобы, танцы, песни, загадки. И также вот интерактивные программы «В гостях у бабы жары» или «Шишкопрыг». Они достаточно активные, развлекают также и детей, и взрослых. Если, допустим, какая-то морозная очень погода, такие зимы бывали, то тогда эта программа интерактивная переносится в помещение. Но хочу заметить, что последние два года зимы у нас достаточно мягкие, то есть таких очень сильных морозов не было, и все смотрят достаточно комфортно, никто не замерз. Так, по двухдневным программам хотелось бы остановиться немного подробнее на первом дне. Встречаем мы группы точно так же на ЖД вокзале «Котлас Южный», на ЖД вокзале «Котлас Южный» и переезжаем в город Великий Устюг. В первый день мы знакомимся с самим городом Великий Устюг. Обзорную прогулочку проводим, посмотрим все значимые места, посещаем почту Деда Мороза, это его городское большое отделение. А также у нас предусмотрены в программе интерактивные программы и мастер-классы, которые представляют музейные комплексы Великого Устюга. Они достаточно интересные, есть очень новые программы, нравятся также всем, и детям, и взрослым. По интерактивным мероприятиям подскажу, что есть детский музейный центр Великого Устюга, проводит мероприятие «Первобытная пещера», то есть здесь своего рода поиски начала искусства, зарождения искусства. Так как оно постепенно вырастало, из неискусства формировалось, видоизменялось. Предлагаем детям и взрослым пройти этот путь с самого начала, познакомиться. Очень интересная программа, увлекательная, то есть никому скучно там на ней, скучать не приходится. Да, одевают костюмы, предлагают, то есть очень интересно, увлекательно. Вторая интерактивная игра «Путешествие встреч солнцу». Это экспозиция «Колумбы русские». Тут, конечно, больше для детей. Ребят ждет увлекательное путешествие в прошлое, когда устюжские землепроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров, когда они открывали земли, то есть вот когда основывался Устюг, замечательное путешествие, дети очень рады. Вот. Так, по поводу мастер-классов. Хочу заметить, что мастер-классы также обязательно включены в программы, и с каждого мастер-класса каждый его участник увозит с собой сувенир, сделанный своими руками. Это может быть сувенир устюжской росписи, то есть на бумаге, на бересте, с помощью мастера. Каждый желающий может создать понравившийся ему сувенир. Свободно кистевая роспись, проста в исполнении, то есть она подвластна и детям, и взрослым. Также есть мастер-класс по росписи елочные игрушки. Очень, так скажем,
значимо для Нового года, детям тоже очень нравится. Кружевная сказка, волшебная нить, все эти мастер-классы, они тематические и рассказывают об истории развития промыслов именно Вологодской земли. Так, еще хотелось бы рассказать про программы. Да, про программы. Да, депозитария. То есть тут они предлагают тоже интересные программы. «Берестяное чудо» – это мастер-класс резьбы и росписи по бересте. Также это промысел именно Великого Устюга, художественный промысел. И программу «О чем поет самовар». Это коллекция самоваров 18-20 веков, предметы, сопутствующие чаепитию из собрания Великоустюгского музея-заповедника, история появления самоваров на Руси, их бытование – что такое чай в приглядку, в прикуску и даже в прилиску, и что из себя представляет сахарная голова, сколько она весит. Ребята и взрослые в этом мастер-классе, в этой интерактивной программе, они соревнуются, собирая на скорость самовар, колют сахар, выполняют различные задания, то есть всем не скучно, все, это все увлекательно, интересно. После всех мастер-классов предусмотрено посещение выставочных залов фабрики «Северная чернь». Там покажут процесс гравировки на серебре. Либо посещаем музей новогодней игрушки. Тут уже смотрим по составу группы. То есть, если максимальное количество детей, конечно же, будет интереснее музей новогодней игрушки. Если максимальное количество взрослых, то фабрика «Северная чернь». Ну и в январские праздники будем подстраивать программу. Конечно, у нас групп очень много, поэтому будем варьировать по времени, какой музей нас сможет принять. После всех мероприятий мы переезжаем в город Великий, в город Котлас, прошу прощения. Это примерно так же час 15, час 20 езды. Размещаемся в гостиницах выбранной категории, и вечером будет свободное время. На следующий день в гостинице вас встречает точно так же гид, завтрак, и обратно едем на вотчину Деда Мороза. И уже идет программа, как в первый день. То есть мы полностью посещаем, опять же, всю вотчину, целый день на нас, смотрим все-все-все объекты, все мероприятия, участвуем в театрализованных представлениях, в интерактивных программах. Обедаем, и около 17 часов мы забираем всю группу и переезжаем обратно в Котлас на ЖД вокзал, чтобы отправляться на своих поездах по домам, в свои города. Так, по стоимости можете увидеть на слайде, что стоимость достаточно демократичная, даже для января. Могу подсказать, что гостиницы города Котласа дают нам хорошие цены. Это достаточно удобно для размещения туристов. Это экономически выгодно, так скажем, для туристов получается приобретать именно такие программы. Также, коллеги, хочу уточнить, что в стоимость включено агентское вознаграждение 10% во все программы, кроме дополнительных услуг. Дополнительные услуги в программах – это сладкий подарок от Деда Мороза, это верительная грамота, а также, сейчас переключу слайд и покажу, какие объекты у нас также дополнительны. Дополнительно можно посетить в течение дня на вотчине ледник Деда Мороза, почтовое отделение, так, зимний сад у нас включен. Также можно посетить зоопарк, если на это хватит времени, то есть зоопарк в Великом Устюге достаточно большой, но многим хватает. Дополнительные экскурсии стоят порядка 100-150 рублей. Допустим, ледник, почтовое отделение. Вот их посещение порядка 100-150 рублей с человека. Так. Ну, в стоимость программ входит у нас всегда питание. То есть, если это однодневная программа, то питание один обед. Транспортное обслуживание всегда от ЖД вокзала и до ЖД вокзала. От точки до точки мы встречаем и привозим обратно. Наши сопровождающие, квалифицированные гиды, которые работают уже много лет, очень хорошо знают Котлас и Устюг. Также их работа входит в стоимость. Экскурсии, входные билеты –
также все включено в стоимость. В двухдневных программах включено проживание в гостинице выбранной категории, то есть по гостиницам чуть позже вам расскажу. Также питание, один завтрак в гостинице и два обеда, это в течение экскурсионных дней, транспортное обслуживание, также сопровождение экскурсии, входные билеты на объекты показа. Хотелось бы немного остановиться на приеме организованных и школьных групп, так как заявок поступает очень много. Есть рассчитанные программы, готовые на один день и на два дня. Программы, конечно же, корректируем по желанию заказчика. Есть объекты, которые не включены в программу, но мы можем их включить. Все зависит от дат. Также корректируем программы под время прибытия, отправления группы. То есть поезда есть разные. Некоторые отправляются обратно днем. Такие тоже предусмотрены расширенные программы. Все это можно сделать. По количеству туристов, в принципе, ограничений нет. Размещаем группы в городе Котлас и в городе Великий Устюг под запрос. Есть также разные категории размещения. Так, немного подробнее остановимся на гостиницах города Котласа. Первая гостиница, которую хотелось бы представить по размещению, это гостиница «Сапфир». В ней только двухместные номера, категории «Стандарт». Гостиница приближена к категории 3 звезды, то есть все номера оснащены необходимой мебелью, холодильниками, бесплатный Wi-Fi, также полностью оборудованный санузел, косметические средства, комплекты полотенец. Хорошая гостиница, находится в хорошем месте города, в достаточно тихом. Имеется свой ресторан, то есть питание прямо в гостинице, тоже хорошее. Большие группы часто останавливаются именно в ней. Гостиница комфорт уровня. Также гостиница бюджет уровня – это гостиница «Советская». В самом центре города, рядом с площадью напротив нашей администрации, рядом с гостиницей находятся замечательные скверы, парки, кафе, рестораны, то есть самый центр, очень удобно, можно узнать город, даже прогулявшись недалеко от гостиницы. Размещение бюджетное, двухместные номера, санузел в номере, душ на первом этаже. Также в гостинице «Советская» есть новый корпус, там есть номера с размещением «Комфорт», то есть удобство полностью в номерах, отреновированные, и там уже есть двух- и трехместное размещение. В таких номерах размещаем по запросу. Тут размещаем и для сборных групп, и для организованных групп. По запросу размещаем и в номерах «Комфорт». Прием групп осуществляем на нашем новеньком автобусе. Прием групп, уточню, что это ноябрь, декабрь, февраль, осуществляем в основном на нашем новеньком автобусе. Это Volkswagen Crafter, туристический, на 19 мест, полностью оборудованный автобус для туристов, с кондиционером, аудиосистемой, микрофонами, телевизорами. Для каждого пассажира есть USB для зарядочки телефонов, потолочные полочки, небольшое багажное отделение. Группы, которые приезжают, сборные группы, которые приезжают к нам в январские праздники, встречаем на больших автобусах. Так, небольшую памятку турагенту мы подготовили. Ну, тут перечислено уже практически все. Практически все, что мы уже говорили, то есть по поводу встречи и проводов, обязательно встречаем на ЖД вокзале Котлас Южный. Не нужно самостоятельно добираться до гостиниц или до места проведения экскурсий, то есть смотрим по программе, либо смотрим по группе. Если группа прибывает на Котлас Узловой, такие поезда к нам тоже прибывают, встречаем там. По программе тура питание, всегда обращайте на это внимание. По сборным турам это обычно завтраки и обеды. Если это однодневный тур, то это завтраки. По школьным группам делаем и трехразовое питание.
По возрасту детей тоже просим обращать внимание, так как возраст у нас делится на дети до 6 лет включительно, далее школьники от 7 до 17 лет включительно, и все остальные – это взрослые, ограничений в верхней планке по возрасту нет. То есть к нам приезжают разновозрастные совершенно группы, компании, да, частенько бабушки привозят детей, дарят им эту сказку. Так, и также при бронировании просим обращать внимание на дополнительные услуги. Это подарки, грамоты, а также дополнительные места посещения, ледник, почта Деда Мороза, это уже на вотчине. Все данные услуги заказываются при бронировании, то есть уже на месте, особенно в январские даты при сборных группах, это будет заказать достаточно проблематично. Да, именно вот подарки и грамоты. Так, также просим сообщать данные по прибытию сразу после приобретения билетов, потому что мы подстраиваем программы. Конечно, у нас есть определенное время встречи, это 10 утра, но иногда школьные группы прибывают и в 6, и в 8. То есть требуется, например, дополнительный завтрак или еще что-то. Обязательно делаем... Подстраиваем программу именно под конкретную группу. Всем туристам по сборным группам, конечно же, объясняем, что встреча там-то, там-то, рассказываем, что можно сделать во время ожидания. Все это подсказываем и рассказываем. Конечно, у нас такого еще не было, но в случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы туристы необходимо будет вот уже догнать группу самостоятельно. То есть это либо такси, либо рейсовый автобус. И очень важный момент. Не забывайте про форму одежды по сезону. То есть у нас сейчас уже достаточно прохладно. На улице плюс 4, иногда 0, был снег. Зимой бывает достаточно холодно. Нужно, чтобы была удобная и теплая обувь, потому что очень много времени мы проводим, особенно на вотчине, проводим на улице. Да, на вопросы обязательно ответим чуть попозже. Но средняя температура по зиме у нас минус 15, минус 20 последние годы. Таких очень жестоких морозов мы не замечали. Да, программы есть круглый год, обязательно. И вот про круглогодичные программы хотелось бы заметить, что мы участвуем в проекте «Серебряное ожерелье России», именно с программой «Северное трехречье», которой мы посещаем старинные города Сольвычегодск, Великий Устюг, святые места Архангельской области, это Туровец, Христофорова пустынь. Продолжительность программ 3 дня, 2 ночи. Программы круглогодичные. Чаще, конечно, приезжают туристы на данные программы летом, потому что в Великом Устюге мы можем посетить тогда еще Троице-Гледенский монастырь, так как зимой туда просто не добраться. Проживать по данным программам мы будем в городе Котлас, в городе Сольвычегодск. Там построили новую гостиницу, очень комфортную. Одно-, двух- и трехместное размещение. Добраться к нам можно точно так же летом. Это поезда различных направлений. Также просто приезжают на автомобилях. Кстати, мы принимаем группы и на собственном транспорте. Такой вариант тоже возможен. Это именно для организованных групп, для школьных групп. Либо работаем с туроператорами, которые делают свои сборные туры. Так, основную информацию я вам рассказала. Вы видите сейчас наши контакты и хотим ответить тогда на все вопросы. Так, начнем просматривать чат.
Так, Татьяна, средняя температура. Средняя температура зимой – это вот примерно минус 15, минус 20 градусов. То есть нужно быть готовым, чтобы была достаточно теплая и в то же время комфортная и удобная одежда. Комфортная, удобная и теплая обувь. В Новый год бывает и минус 10, то есть бывают снегопады. Бывает все, природа непредсказуема. Также хочу заметить, что по детской одежде удобнее приезжать, ну, так как мама хочу заметить, удобнее приезжать в раздельных комбинезонах, то есть в раздельных костюмах, потому что, когда мы проходим в дом Деда Мороза, экскурсия достаточно длительная, там мы переодеваемся, то есть дети снимают верхние курточки, шапочки, чтобы комфортно было, не жарко, потому что в самом доме достаточно тепло. Так, февраль или январь. Принимаем группы и сборные, и организованные школьные группы. Принимаем и в ноябре, и в декабре, и в феврале, и в январе, и в марте. То есть в любой месяц. Главное, хотела заметить, что именно сборные группы, у них даты сейчас строгие. Это ноябрь, декабрь, январь. Все остальные группы, то есть организованные группы, группы школьников, их можем принять в любое время, приезжают даже летом, потому что на Вотчине хорошо отдыхать даже летом, там очень красиво и интересно. Анна Грушевская. В феврале программа, конечно же, будет. Есть группа «Первый класс», без проблем. Каникулы дополнительные в феврале. Приезжайте, программы есть, программы посчитаны. Да, присылайте запрос на электронную почту, я вам все отправлю. Мы можем сделаем программу для ваших первоклассников, будет интересно, увлекательно и не скучно. Так, если семья, сколько лучше ночей для полноценного отдыха в Великом Устюге на новогодние даты? По опыту многолетнему, 2-3 дня достаточно для отдыха в Великом Устюге. Вы познакомитесь полностью с городом, вы познакомитесь с Вотчиной Деда Мороза. Также для некоторых групп школьников, которые запрашивали на 3 дня, мы расширяем программу, включаем объекты Северного Трехречья. Это тоже интересно, достаточно увлекательно. Посещаем, например, мастерскую, берестяную мастерскую Шутихина. Да, знакомим с древним искусством, да, судостроения, с древней технологией судостроения берестяной лодки. Также там проводятся мастер-классы, и все участники увозят с собой небольшой сувенирчик из бересты. Так, тут нас много. По температурам, да, очень много. Для подростков 15 лет. Для подростков 15 лет, ну, программы для школьников, они в основном рассчитаны стандартные. Но если есть пожелание, любую программу можно корректировать, то есть включать какие-то другие объекты посещения, то есть, допустим, музейные программы можно корректировать, заменять одну на другую. Но по опыту 15-летним школьникам интересно всем, как и маленьким детям, как и взрослым, так и подросткам, всем, в принципе, интересно по программам. Можно сделать программу для школьников более познавательную, так скажем, но это будет уже первый день, когда мы знакомимся с Великим Устюгом, можем выбрать именно мероприятия более познавательные по истории города, по, опять же, истории развития великоустюжских ремесел, либо в музее древнего искусства можно попробовать различные также мероприятия, экскурсии, которые вас погрузят в быт, например, школьников прошлого столетия. Вот такие варианты тоже возможны. Да, я вижу, мы быстро закончили, но вопросов тоже пока еще ждем.
Наши контакты вы все сейчас видите на экране. Присылайте, пожалуйста, нам запросы, отправим программы, расскажем очень подробно, звоните. Также хочу уточнить такой момент. Советуем школьным организованным группам приезжать в период до 25 декабря и после 8 января. Это даже сделано не то, что для удобства нашего, это для удобства группы. Мы советуем, потому что именно до 25 декабря и после 8 января больше вариантов размещения, которое подойдет именно вам. Да, Дед Мороз сможет уделить вам больше внимания, то есть вы представляете, в январские праздники какое огромное количество групп находится на вотчине Деда Мороза. Ну и, конечно, программу можем тогда уже поменять под все ваши пожелания, если это будет не январские праздники, а, например, конец января или февраль, или декабрь, или вот в ноябре у нас сейчас тоже приезжают группы. Так, если размещение 2 взрослых и 2 ребенка, школьника, в каких гостиницах возможно? Татьяна, такое размещение возможно, если комфорт и хотите размещаться в одном номере, то это возможно, допустим, 4-местный номер комфорт гостиницы «Советская», 2-комнатный номер, либо гостиница «Сапфир», 2-2-местных номера. Да, если школьники, то, я думаю, проще поделиться на 2-2-местных номера, либо 2-комнатный номер в гостинице «Советская», комфорт с ремонтом. Да, если 2 родителей плюс 1 ребенок, чаще такие семьи выбирают размещение, вот как раз гостиница «Советская», это новый корпус, там есть 3-местные номера комфорт, полностью со всеми удобствами, советуем размещаться там. Только 2-местные номера, это у нас гостиница «Сапфир», в гостинице «Советская» есть 3-местные номера и даже 2-комнатные, 4-местные. Данные вопросы, конечно же, мы обсуждаем, когда приходит заявочка на бронирование, предлагаем варианты размещения, то есть кто-то берет, допустим, бюджетное размещение, размещение эконом, тогда есть такой вариант, как разместить, допустим, маму с ребенком в 2-местном, папу в 1-местном, либо вот уже в комфортных номерах, тогда уже 3-местный, вся семья размещается вместе. Вот, напомню, почему мы селим именно в Котласе, наши сборные группы. Это получается достаточно выгодно для туристов. Я предполагаю, что цены вы видели и уже успели оценить, то, что это выгодно. Цены достаточно демократичные, цены конкурентоспособные, в цены включена комиссия. То есть и выгодно получается и туристам, и агентам, и это удобно, не стоит пугаться переездов. Переезд занимает всего 1:15, 1:20, дорога хорошая, автобусы комфортные, плюс вечером в Котласе намного больше мест, куда можно сходить самим, сходить с детьми, какие-то развлечения, либо просто прогуляться. В этом плане в Котласе размещаться комфортнее. Может быть, есть еще вопросы?
Тогда, дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание. Еще раз обращаем внимание на наши контакты. Предполагаю, что площадка Profi Travel нам предоставит также контакты участников. Будем с вами сотрудничать. Желаем удачных продаж, благодарных туристов. Будем очень рады видеть вас в сказке на вотчине Деда Мороза. Ждем вас и ваших туристов в гости. До свидания, до новых встреч!